последние дни уходящего года мы решили немного разнообразить контент на нашем канале и оставить кулинарную тематику уже на следующий год. Ведь ничто так не способствует новогоднему отдыху, как созерцание красивых видов. Путешествия стали страстью человека 21 века. Ради того, чтобы сменить обстановку и получить свежие впечатления, люди устремляются в разные концы света. Однако перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной страны, полезно изучить больше информации. Лучше всего помогут в этом специализированные туристические гиды. Так, в какой же стране мы можем обнаружить больше всего живописных и потрясающих по своей красоте мест? Ответ на этот вопрос решил дать влиятельный британский туристический журнал Rough Guides. Он попросил своих читателей ранжировать страны мира с точки зрения их красоты. На основании результатов опроса редакция гида составила рейтинг 10 самых великолепных, зрелищных и впечатляющих стран мира. Давайте же узнаем, какие страны, по мнению путешественников, являются самыми живописными в мире. Привет, вы на канале Кулинарный Топ, и это подборка 10 самых красивых стран мира. Номер 10. Япония. Очаровательная смесь древней и современной красоты позволила Японии войти в список самых живописных мест нашей планеты. Высокоскоростные поезда легко позволят путешественнику посетить самые разные уголки страны. От исторических синтоистских храмов и безмятежной горы Фудзи до освещенных неоновым светом городов Токио и Осака. Япония восхищает и поражает своим великолепием. Снежными вершинами гор, голубым небом, наполненным удивительными птицами, парками и улицами с цветущей сакурой, кристально чистыми ручьями, пляжами и крошечными островами, бескрайней сельской местностью, пышной растительностью субтропических и бамбуковых лесов. А поскольку Олимпийские игры 2021 года проходили в Японии, многие сокровища страны восходящего солнца были в центре мирового внимания. Номер 9. Франция. Франция – самая большая страна в Европейском Союзе и одна из самых впечатляющих по своей красоте. Взгляните на заснеженные вершины Альп, летние зеленые холмы Пиренеев, яркие нежно-фиолетовые поля лаванды, величественные средневековые замки, лазурные берега Средиземноморья, изумительные песчаные пляжи и фахверковые дома. Ну и, конечно же, Париж – культурная столица мира, символ любви и романтики, моды и изысканности. Даже самый опытный путешественник всегда найдет для себя что-то новое, уникальное и удивительное в этой живописной, увлекательной и захватывающей дух стране. Номер 8. Исландия. Исландия – страна гейзеров, вулканов, ледников и удивительной природы. Этот остров, пропитанный фольклором, часто называют землей огня и льда из-за широкого разнообразия местных ландшафтов, которые включают в себя древние вулканы, грохочущие водопады, ползучие ледники и удивительные пляжи с черным песком. Здесь тянутся к облакам высокие горы, в окружении холмистых долин. Небо, горящее волшебным и неуловимым северным сиянием, отражается в чистой воде ледниковых озер и целебных горячих источниках. Каждый год тысячи туристов стекаются в эту уникальную североатлантическую страну, чтобы увидеть ее суровые пейзажи и сделать фотографии на фоне захватывающей дух северной красоты с ее сумрачным колоритом. Все это служит приятным разнообразием на фоне более традиционных красот других стран. Номер 7. США. Эта огромная страна сочетает в себе все климатические пояса Земли и может также похвастаться чудесной природой, которая поражает своим разнообразием. Там можно найти ландшафты на любой вкус. От заснеженных лесов севера и захватывающих видов арктических пейзажей Аляски до палящих засушливых пустынь юга и солнечного тропического побережья Калифорнии, а также зловещие болота Луизианы, идиллические сельские ландшафты Мэриленда и безбрежные просторы прерий Среднего Запада. Помимо этого, США знамениты своим изобилием великолепных пляжей. От грохочущих волн Тихого океана до буйного берега Джерси, а между ними города, пустыни и километры шоссе будоражат душу любого путешественника. Номер 6. Норвегия. Норвегия – фантастическая страна, способная очаровать своей прохладой, свежим воздухом, удивительной природой, а также недооцененной и необычной столицей – Осло. Местные фьорды и непроходимые леса поражают своей красотой, а легенды о викингах и валькириях вызывают восторг.
Тромсё, расположенный за полярным кругом, становится одним из главных культурных центров страны, а также является отличным местом для начала вашей экскурсии по охоте за северным сиянием в зимние месяцы. Летом блеск полуночного солнца окрашивает все в красно-золотые тона. Это отличное время для путешествия на юг страны, где можно окунуться в прогулки вдоль морских заливов, что обеспечит вас бесконечными фотосессиями на фоне потрясающих пейзажей. Номер 5. Канада. Страна кленового сиропа, лесорубов, диких гусей и бобров. А еще Канада – страна миллионов озер. Их так много, что точное количество неизвестно, но примерно около 4 миллионов. Это по самым скромным подсчетам 60% всех озер мира. Обширные пространства этого североамериканского государства человек так до конца и не покорил. Провинция Юкон так и осталась дикой. И несмотря на размеры, 5% от территории страны, там проживает всего 0,1% канадского населения. Хотите увидеть, как выглядит место, где можно забыть о цивилизации? Оно тоже находится в Канаде. Это самый северный на планете населенный пункт Алерт. Разительный контраст с ним представляют густонаселенные Торонто и Монреаль, где туристы могут в полной мере вкусить канадскую городскую культуру и полюбоваться памятниками времен первых поселенцев. Горы Британской Колумбии, как магнитом, притягивают к себе любителей лыж и сноубордов, а пользователи Инстаграма обожают делать селфи на фоне бирюзовых вод красивейшего и очень холодного озера Луис. Посетив эту страну, вы, несомненно, поразитесь величием ландшафта, спокойным образом жизни местных жителей и очарованием дикой природы. Номер 4. Греция. Страна богов и мифов, омываемая шестью морями, по праву занимает место в нашем рейтинге. Греция – одна из тех стран, где ваше путешествие будет очень контрастным и насыщенным. На 2022 год считается одной из самых посещаемых стран мира благодаря богатой многовековой истории с удивительными памятниками старины, своеобразной архитектурой, удобному географическому расположению и лучшими европейскими курортами. А некоторые путешественники утверждают, что именно в Греции находятся лучшие пляжи в мире, бирюзовые воды которых ничуть не уступают Карибскому морю, и с каждым годом притягивают к себе туристов со всех уголков планеты. Помимо всего великолепия прибрежных районов, Греция славится величественными горами Олимпа, необыкновенными монастырями Метеоры и древними руинами, которые можно найти по всей стране. Посетив Грецию, вы навсегда оставите в своей памяти неизгладимое впечатление. Номер 3. Великобритания. Великобритания интересна туристам огромнейшим количеством памятников, исторических мест, музеев. Чтобы побывать во всех значимых местах, понадобится не одно путешествие, и каждый раз будут оставаться неувиденными достопримечательности. Путешественников здешние места привлекают наличием огромного числа архитектурно-исторических объектов, строений прошлых веков. Особенно выделяется на этом фоне столица Англии – Лондон, в котором концентрация достопримечательностей просто огромна. Чудесна здесь и природа, и восхитительные лужайки, альпийские луга, прибрежные зоны. Всем известно второе название Великобритании. Туманный Альбион. Здесь частые дожди и туманы, воздух влажный. Хотя в разных точках государства климат отличается. Так и каждый регион страны разнится, и имеет свои характерные черты, культуру и традиции. Британские замки, каждый со своей богатой, но не всегда счастливой историей, ждут туристов, чтобы поведать им тайны прошлого. Кое-где можно увидеть свидетельства пребывания римлян. В Йорке частично сохранилась крепостная стена времен Римской империи. Ласкаемые ветрами скалистые берега, прозрачные горные озера, величественные сооружения и дивной красоты долины, где расстелен ковер вереска и множество других цветов. Разве это не одно из самых прекрасных мест на Земле? Номер 2. Новая Зеландия. По-настоящему красоту этого островного государства открыла миру кинотрилогия «Властелин колец». Именно новозеландские пейзажи позаимствовал для своей версии Средиземья режиссер Питер Джексон. Сами-то новозеландцы давно знали о красоте своей родины, которую они любовно зовут God Zone, что переводится как «личное владение Бога». А что касается иммигрантов и путешественников, то мало кто, попав в Новую Зеландию, не влюбляется в ее зеленые холмы, обширные пляжи, первобытные леса, заснеженные горы и дремлющие вулканы. Здесь рады как любителям экстремального отдыха и спорта, так и тем, кто предпочитает тихо созерцать окружающие красоты и наслаждаться неспешными прогулками. Очарование стране добавляет ее своеобразная экосистема, нетронутая природа, благодаря грамотной экологической политике,
сохранив ее практически в первозданном виде. Здесь вы можете попробовать восхитительно свежие белые вина региона Мальборо, Южного острова. Или побалуйте своего внутреннего смельчака прыжками с тарзанки в Квинстауне, а затем погрузитесь в спокойную жизнь пляжного города в Окленде. Туристам, предпочитающим этнический колорит, необходимо посетить долину гейзеров недалеко от Роторуа. Там находится стилизованная маорийская деревня Вакариварёва, где можно увидеть символ страны – птицу киви. А на острове Стефенс, находящемся в проливе Кука, живет один из самых близких родственников динозавров – Готерия. От игры в гольф до катания на горных велосипедах, приключения на свежем воздухе – стандарт в этой дружелюбной стране. Номер один. Италия. Немногие страны получают столько похвал за свою дивную красоту, сколько Италия, занявшая первое место в рейтинге самых красивых стран мира в 2022 году. От холмистых виноградников Кьянти до сверкающего побережья Амальфи и гор Трентино, это относительно небольшое государство имеет множество различных по своему великолепию ландшафтов. Римские руины разбросаны по всей стране, поэтому повсюду вы будете чувствовать связь с легендарным наследием Древнего Рима и Римской империи. Романтичная Верона, чарующая Венеция, колыбель творцов Флоренция, Древний Рим и модный Милан. Все это грани одного бриллианта. Италии, которая достойно носит звание одной из самых живописных стран в мире. А атмосфера многочисленных деревушек, усыпанных домиками с черепичными крышами, свяжет вас с древними итальянскими традициями и обычаями. Италия также славится на весь мир своей гастрономией, от ярких свежих овощей на фермерских рынках до золотисто-зеленого оливкового масла холодного отжима. Горнолыжные курорты ежегодно встречают тысячи любителей активного отдыха. Заснеженные вершины притягивают восхищенные взгляды, покоряют величественной красотой. Побережье привлекает туристов чистыми пляжами и развитой инфраструктурой. Любопытным является тот факт, что в Италии собрано самое большое количество объектов наследия ЮНЕСКО, поэтому, посетив эту страну, вы уж точно не разочаруетесь своим путешествием. А по-вашему, ландшафты и пейзажи какой страны являются самыми красивыми в мире? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.